Как правильно счищать поталь после того, как вы ее наклеили? Для счищения вам понадобится какая-нибудь баночка и большая, очень мягкая кисточка. Берем кисть под углом 45 градусов и круговыми быстрыми движениями убираем лишнюю поталь со всей поверхности картины. Большие куски, которые при этом счищаются, убираем в баночку. Особенно хорошо работаем кисточкой на контурах объектов, чтобы с них все лишнее счистилось. С первого раза поталь может не вся счиститься, иногда нужно пройтись несколько раз. Вот так выглядит моя кисточка. Смахиваю весь этот мусор в баночку. На этом этапе очень важно убрать всю поталь, которая не прилипла к картине, иначе на этапе покрытия лаком неприклеенная поталь может вам сделать неприятный сюрприз в виде лишнего мусора на картине. Мелкий мусор я убираю пылесосом. Сначала почищу кисточку. Теперь вот таким образом убираем весь мелкий мусор с картины с помощью кисточки и пылесоса. Не касайтесь трубкой от пылесоса работы, держите ее на весу, иначе она повредит поталь и акрил. Теперь нам нужно покрыть работу лаком, но это уже в следующем ролике.